Друзья мои, что такое День России? В первую очередь, это понятие Родины. Для меня Родина – это Санкт-Петербург и та страна, в которой я родился. Хотя мог бы жить в совершенно другой стране. Любите ее, вникайте в ее культуру, в ее традиции, и тогда все у вас здесь будет хорошо. С праздником вас! Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем. Не ходил в Багдад я с караваном, не возил я шелк туда и хну. Наклонив своим красивым станом, на коленях дай мне отдохнуть. Или снова сколько не проси я, для тебя навеки дела нет. Что в далеком имени Россия, я известный, признанный поэт. У меня в душе звенит тальянка, при луне собачьей слышу лай. Разве ты не хочешь, персиянка, дать далекий синий край? Я сюда приехал не от скуки, ты меня незримая звала, и меня твои лебяжьи руки обвивали словно два крыла. Я давно ищу в судьбе покоя, и хоть прошлой жизни не кляну, расскажи мне что-нибудь такое про свою веселую страну. Заглуши в душе моей тальянку, напои дыханье свежих чар, чтобы я от дальней северянки не вздыхал, не думал, не скучал. И хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Все равно глаза твои, как море, голубым колышутся огнем.
И хотя я не был на Босфоре, я тебе придумаю о нем. Все равно глаза твои, как море, голубым колышутся огнем.